среду в столице Бахрейна, городе Манама, состоялся антиправительственный протест. Сотни человек вышли с плакатами на улицы столицы, чтобы потребовать отменить гран-при международного чемпионата мира по автогонкам «Формула-1». Протестующие мусульмане-шииты выступают против правления в стране суннитской королевской династии. Они начали выражать свое недовольство еще год назад, когда революции в арабских странах только начинались. Однако тогда протесты были подавлены правительственными войсками. При этом погибли десятки демонстрантов. Прошлогодний этап «Формулы-1» в Бахрейне пришлось отменить. В этот раз правительство королевства пытается показать, что ситуация в стране стабилизировалась. Многие аналитики полагают, что оно также пытается использовать гонки как способ ослабить волнение и улучшить свой международный имидж. Однако в преддверии чемпионата протесты только участились. Почти во всех случаях они заканчиваются стычками сил правопорядка с демонстрантами. Кроме этого, недавно правозащитная организация Amnesty International выпустила отчет, согласно которому в Бахрейне продолжают нарушаться права человека. По некоторым оценкам, проведение гран-при пополнит казну королевства приблизительно на 500 миллионов долларов США. Чемпионат пройдет с 20 по 22 апреля.